Зима будет теплой, обещают коммунальщики. По крайней мере, в домах точно. На улице Зеленая в поселке Управленческий построят новую модульную котельную. Раньше тепло в жилые дома поступало из той котельной, что находится на территории колонии номер 6. Но в последние годы из-за постоянных аварий жители домов по улице Зеленая часто оставались без горячей воды и теплых батарей зимой. Готовность самого объекта процентов на 80, ну, во всяком случае, модуль точно готов. В этом году мы точно будем отапливаться уже от модуля. Подготовка к отопительному сезону в Самаре идет полным ходом. Специалисты проводят профилактику существующих котельных и гидравлические испытания. Успешно завершена перекладка теплосетей в историческом центре города. Работы начались в мае, сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас на всех 10 объектах трубы поменяли и приступили к заделке вскрытий. Мы в первую очередь сконцентрировали все свое внимание и силы на выполнение тех объемов перекладок тепловых сетей, которые затрагивали центральную часть города, где в рамках городского бюджета планировалось и в настоящий момент проводятся работы по реконструкции улично-дорожной сети. Это практически на своей памяти мы вот организованно, слаженно, были недостатки, я о них и никто не верил, что мы 12 июня завершим эту работу. Мы ее завершили, и та задача, чтобы сработать в начале сети, а потом ремонт дорог, в этом году она как никогда у нас в полном объеме сработала. Тем временем ремонтные бригады приступили к перекладке теплосетей в других районах города. В этом году планируется поменять около 16 километров труб, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.